Итак, дорогой друг, начинаем собирать команду мечты. Вот эти все красавцы, которых мы должны найти и прибрать к своим, скажем так, цепким лапкам. Так, ну что же, давайте пойдем в лагерь наемников, зайдем и попробуем освободить человека этого, который необходим нам для того, чтобы забомбить все. Все забомбить. Здорово. Квинто. Именно так. Очень приятно, с кем имею честь. Эй, эй, здесь ничего приятного не будет. Прочь от клетки, ведьмак. Скотинка, я тебя помню. Чем он перед вами провинился? Перед нами? Ничем. А вот пара банкиров назначила неплохую награду за его голову. И господин Ганс из Цидариса, человек предприимчивый, решил поймать меня и обратиться за наградой. А тебе кто встревать позволил? Заткни пасть! Какая милашка. Квинта мне нужен, живой. А мне нужны деньги. Много. Но мне-то все равно, кто за него заплатит. Банкиры или ты? Как я и говорил, человек предприимчивый. А я говорил, закрой пасть. Не перебивай. Так о чем это я? Ах да. Хочешь, чтобы я его отпустил? Заплати по гончему листу. Сколько? А может, в гвинт? Давайте попробуем в гвинт. Выкуп? Как скучно это звучит. А может, сыграем в карты на свободу квинта? Почему бы и нет? Только если проиграешь, я удвою цену. Идет? Да мне-то что? Согласен. Желаю удачи. Да, мне понадобится, надо было сохраниться, потому что перед этим... А теперь сходить нельзя. Поехали. Скайтели. Блин, противная карта. Колода. Чё-то мне не особо повезло, ребят, с колодой. Сейчас мне будет жопу рвать. Ну ладно, попробуем. Попытка не пытка. Хуже уже некуда. Чучело, да? Отлично. Так, еще одного давайте засунем. Давай-давай, пихай все. Вытаскивай всех их срочно. Я жду прям заочно, давай. Хоть не спасовал, на тебе еще в борщ. Вот это пойдет сейчас же игра, ребят. Вот сейчас уже, вот это уже поинтереснее. Вот это я понимаю дело. Так, ладно. Поехали. Угу. Давай, дабли их. Давай, срочно дабли всех. Так. 5, отлично, давай, поехали дальше. Окей. Сейчас он кого-нибудь воскресит. Я подозреваю, что он воскресит шпиона, конечно. Ну, конечно же, почему бы и нет. Я сейчас, конечно, тоже заберу его себе сразу. И вот швырну тебе прям их в морду. Чувак. Ой, это зря сделал. Так. Еще не все, ребята. Весь мир, дядюшка, покойный. Еще одно вызываем. А, отлично. Вот это хорошо, кстати говоря. Это не нормально, меня устраивает. О, какая казнь. Ой, как, какая боль. О, это было неприятно. Ладно. Идем в банк. Ава-банк мы идем, ава-банк, ребята, у него слишком дохрена всего. И с этим уже я ничего поделать пока не могу. Так, а что у меня тут вообще есть-то? Угу. Кстати, шпион я уже не возьму, наверное, сказал, да? Да, наверное, не дадут мне его выбрать. Ладно, тогда делаем вот так вот. Это вообще самые, конечно, сильные карты, поэтому не знаю, что получится. Маловато будет, говорю, маловато. Так. У него 7 карт, у меня 8. Так. Сейчас бы одну картеечку хорошую забросить, да? Было бы прям весьма приятно. Ладно, давайте так. О, о, Дикстра еще у него есть. Теперь будет у него как бы. Ладно, поехали. Посмотрим, как нас рассует судьба.
пока не очень что-то нас хочет судьба миловать, жаловать. Судьба нас прямо сейчас лупит по жопке. Посмотрим, что у нее за карты будут. Так. Понял тебя, Кострома. Геральт пошел в ход. Сыраночку сейчас запустим. Блин, этот мне все портит. С другой стороны, может быть, и не портит. Ага. О, какая прелесть. Господа, так это просто праздник какой-то. Я тогда вот так сделаю сейчас. Так это вообще замечательно. Вот что он сейчас куда будет кидать? Ага, туда. Ну, кстати говоря, я бы запретил такими делами заниматься ему. Ну, чувак. Все равно. Ну, как бы не. Я тебе кидаю вот так уж небольшую тебе подмогу. Ты понимаешь, зачем это делаю, да? Кидаю. А, ну отлично. Замечательно, давай. Я спасую. И все равно выиграю практически сухую, если бы первый раунд не сдал. Ну, я давай. Я тоже пас. Подсчитаем очки. Я выиграл. Что же ты, Ганс? Разве можно с такими картами играть Тритогорский манер? Не понравилось. Да. Ну ладно, пиздуйте отсюда оба, пока я не... Халява, сэр. Что? Как ты? Рыбьей костью, еще вчера. Я все ждал удобного случая, чтобы вас покинуть. Но тут появился ведьмак. Хитер. Пусть это будет моей рекомендацией. Ну а теперь скажи, зачем ты меня искал? Для деликатного дела. Я хочу, чтобы ты кое-что для меня открыл. Довольно большое. Интригует. С удовольствием узнаю подробности. Дом травника под Эксенфуртом. Спроси там вытяжку из кровавника. Так. Дорогой друг, большой палец тебе за это прохождение. И я с тобой распрощаюсь на этом. Stay safe and brutal. До новых встреч. Счастливо.